В Большом зале администрации города состоялась торжественная церемония вступления в должность главы города Шадринска, главы администрации города Шадринска Людмилы Новиковой. На состоявшихся 27 апреля досрочных выборах с большим отрывом от своих оппонентов Людмила Николаевна набрала наибольшее количество голосов избирателей и стала вновь избранным главой города. На открытом заседании городской думы присутствовали депутаты, члены городской избирательной комиссии, доверенные лица, руководители организаций и предприятий города, представители общественности и религиозных конфессий, средства массовой информации. Почетными гостями церемонии инаугурации стали временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Алексей Кокорин, председатель Курганской областной думы Владимир Хабаров, главный федеральный инспектор в Курганской области Владимир Балакин, председатель областной избирательной комиссии Светлана Гулькевич, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Марат Исламов, председатель Курганской городской думы Вячеслав Тяжельников, глава Шадринского района Владимир Осокин. Первым, от кого приняла поздравление Людмила Новикова, стал экс-глава Шадринска, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Кокорин. Далее с приветственным словом и пожеланиями плодотворной работы на благо города выступили другие официальные лица. Проблем много. Это и ветхоаварийное жилье, это и строительство, продолжение строительства жилья, это, конечно, и поддержка учреждений социальной сферы, потому что впереди лето начнется подготовка школ и детских садов к началу нового учебного года. Ну, то есть работы очень много, поэтому главная задача сегодня в системе заниматься этими вопросами. Людмила Николаевна очень стойкий, очень мудрый, очень опытный руководитель. И давно уже состоялась вот на всех стадиях своего жизненного пути как настоящий мужественный человек, несмотря на то, что она обаятельная, очаровательная женщина. Я убежден, что вот эти качества все вместе и обязательно помогут на самом достойном уровне исполнять обязанности главы города Шадринска, главы администрации города Шадринска.